мы с вами не должны быть благоразумны. Поэтому не теряйте голову, проверьте все ваши необходимые причиндалы, термосы, пауэрбанки, ваши фонари, ваши лампы необходимые, энергосберегающие всю вашу систему. И проверьте ваши тревожные чемоданчики также. И не расслабляйте свои булки. Не расслабляйте. Будьте всегда начеку и будьте готовы к тому, что в любой момент могут произойти эти атаки. И чем ближе серьезные холода, тем ближе вероятность этих воздушных ракетно- и ракетно-дроновых атак. Но мы с вами знаем, что все хорошо. И слава Создателю за то, что мы живы. Слава Создателю за то, что у нас есть Украина. И я как армянин и как украинский армянин помню, когда Армения, моя родина предков, переживала блокаду. И когда там были блэкауты жесткие в Армении, к чему прибегали люди. И также в 90-х годах Украине было непросто очень в этом. Мы с вами переживем абсолютно все. И в любом случае, лично у меня оптимистичный сценарий. У рашистов их план не удастся. Но это не значит, что мы должны с вами распустить уши и ничего не делать. Берегите себя, проверьте все самое необходимое. Ну а я, в свою очередь, друзья, приду и проверю, мои сладенькие. Будь мы арач, друзья, арач и только арач, и капи меч. И обязательно подпишитесь на все наши 5 информационных площадок. До встречи, друзья. Адьо, гутюн.